Здравствуйте, мальчики и девочки, это я. Я хочу вам сообщить, что я нашла новую игрушку. Не я нашла, честно говоря, а девочки мои на моем канале написали, Наташа и Юля. Наташа, говорят, регистрируйся на Перископ, не пожалеешь. Ну, естественно, что Наташа сделала? Пошла и зарегистрировалась. И теперь у меня есть никнейм, который сейчас у вас выйдет на экранах. Мой никнейм NatQuick. Ну, давайте посмотрим, что из этого получится. У кого есть iPhone, у кого есть Android, закачивайте к себе Перископ и будем общаться в прямом эфире. Это очень интересно. Посмотрим, что из этого выйдет. Я уже там полазала по этому Перископу. Уже побывала на школьных уроках в Москве, потому что ученики, смотрю, с телефонами и в этом приложении сидят, отвечают на вопросы, что учитель говорит, они не слушают. В общем, так, забавно. Так что давайте присоединяйтесь и посмотрим, как у нас получится общение. Я посмотрела вопросики, там, конечно, иногда вылезают, у некоторых не знаю, как они не теряются. Я человек такой старой закалки, поэтому, ну ладно. Все, всех вас люблю, посмотрим, что будет. До встречи.